Красота. Короче, сейчас цепляю гольфа и поехали разъебывать карьеры в этот прекрасный солнечный дэй. Тачку зацепил. Получается, в добрый путь. Сегодня юзаю сцепку Цвена. Такой вот стилечек у него легче, чем моя, но очень неудобно сделан вот этот игрик внутри. Потому что за перекладину посередине я как раз держусь, чтобы одевать замки, вот эту всю тему. И вот это у него очень странная штука. Если его потихонечку потянуть за ручку, она сразу открывается. Моя как-то понадежнее выглядит. Ладно, погнали. Прямое включение, Дубровка, карьерчик. Мы в техпарке. Техпарк небольшой, зато большой карьер. Собственно, вон он там, блядь, конфиг длиннющий, ебущий. Скоростной, но немного, говорят, узкий. Сейчас будем тестить. Лайфхак у меня зацепка, когда езжу, 2 5-литрушки. Быстренько обмыл гольф, чтобы стал почище. Сейчас редуктор самопроизвольно греется. Меняем колесья с гражданских на гоночный. Сейчас там у Обамы подкачиваем. Получается, ледовой шип АК-8, ёпта. 3 года уже работает. Что, снимаем? Горит красный? Да, моргает. Ебать. Не, на домкрате? Ты что, наркоман, что ли, блядь? Братушка, ты механик охуенный. Ты колеса хоть протянул? Да. Раньше была новая, свежая, а потом попала в руки кроме и превратилась вот в это вот говно какое-то, блядь. Она на мишке. Должно быть прикольно. Сейчас попробую. Правый руль ездить не умею, как вы помните. Но почему бы не попробовать? Так, дворники говно. Что-то не понимаю, что происходит. Ой, рулевая колонка не держится. И у меня уже руки устали крутить руль. И, конечно, у нее заводская подвеска такая мягкая. Сравнивается с Франком Гольфом. Ебал я в рот вообще. Это пиздец какой-то. Я в ахуе, прям с ней надо так бороться, вообще пизда. Короче, так громко пищит бензонасос, что мне кажется, что, блядь, ему, во-первых, очень хуёво, судя по звуку. Во-вторых, блядь, тачка нихуя не едет.
И есть ощущение, что ебаный бензонасос нихуя не качает. Вот. Разуваемся. Едем к Везняку. Пугать! Ха-ха! Сейчас поедем, наверное, пофиксим бензонасосик новый. У братца 350Z есть. От Mitsubishi сломался, посмотрим, как от Nissan будет работать. Собственно, вот. Сейчас где-нибудь его подкинем. Так что серия не заканчивается. Но и за мясом мы обязательно съездим. И выпьем сегодня стопудово с вами. Самая радостная новость. Вот они, эти автоспортсмены. Пока ездили, поймали вот сюда саморез, колесо. Пока ездили, сломали вот здесь бензонасос. Уже Дима откручивает нашу станцию. Короче, меняем сейчас бензонасос вот этот и попер-бобер дальше. Здесь все в порядке вроде. Полный бак вообще. Полный. 95-го. Получается, от Эвика насос сняли. Вон он уже лежит. Вот в замену от 350Z. Nissan. Все. Максимально быстрая замена. Шпунька. Закручиваем, ебать. И проверяем сразу. Так, тесты что будем? Опа! Тот самый момент, когда дрифт говно, и остается только жарить мясо и бухать. И братишка рядом. Не будем говорить, что у нас не получилось ничего. Ладно. У нас сегодня тут томится уже. Опа, насауч. Йоу, махат. Свиняшка. Люляшка, барашка, короче, все, кайфушка. Думаю, вы уже должны слышать этот запах, эту музыку, и должно вообще все быть огонь. The first! Сейчас подгорели у тебя люляхи. Давай, кладь ниже, накидывай. Шевели шашлык. Он доверил Цвена себе, его кухню хавает. Как и всегда. На, говорит, фонариком посвети. Не поснимай что-нибудь. Сейчас поснимаем. Ну, собственно, картиночка-то уже складывается. Че к чему, коллеги? Блин, хорошо, что сегодня дядя Сын готовит. Ну, на улице холод. Люляхи просто еще. А вот и свининочка подъехала. Короче, у нас сегодня 14 февраля, но вы это посмотрите, не знаю когда. И у нас мама в руле. Ни черта не видно, но мы пытаемся ехать. Так, четвертый пробой. Но я на четвертый еду. Давай, давай, не ссы никого. Ну тут ходовой конфиг вам. Короче, очень сложная трасса. Тут ходовой, в среднем полтинничек, туда-сюда. Мама тут борется с этими длинными дуками. Длинными дуками. На брустере пару раз все побывали. Пару раз ему, это третий. Ну это матеры, я думаю, нас уже куча сто достанет. Зачем вот ты нервничаешь, когда ты вылетаешь, у тебя, блядь, ты не понимаешь, что происходит. Газу это, чтобы мы просто сейчас не заглохли. Паша пиздюк почему-то не хочет запускаться, но, видимо, там снега нажрался. Ну, в общем и целом... Жесть, боль, 100 лет. О, да. Как, блядь, из этого поворота можно вылететь сюда? Только если ты, блядь, в повороте, держишь руль влево и такой, да кручу-ка я ищу, а потом фриска вправо, а потом у тебя получается, как у этих на BMW M5. Получается, что получается. Сейчас нас кто-нибудь дернет, наверное. Там это, Чип и Дейл спешат на помощь. Зимние забавы. Нас спасли! Мы спаслись! Фильм «Выжившие». На самом деле сегодня вообще нихуя не видно. А вон ты на треть передачи едешь, а на четвертой.
Четвертую? А, ты на второй? Нормально. Да едь ты уже. Еду! Кстати, моя перетяжка руля по пизде пошла, он заволосился. Так что не советую, надо по-человечески перетянуть будет. Крути еще, еще, еще прям из лока в лок, из лока в лок. Крути, крути, из лока в лок, из лока в лок. Прощай, прощай, прощай. Я нервничаю. Я рад за тебя. О, да, нас развернуло, мы притормозили ручником. Вы видели? Сейчас нахуй брустер опять. Я снимаю еще. Если нам надо, чтобы было полтора оборота, Кате надо три, тогда она будет наруливаться.